рассудок мне твердит иное, но чувство верх над ним берет. О, помогите, дайте волю забыть навеки о мне, о ее. Ла-ла-ла-ла, пам-пам-пам-пайра, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. О, помогите, дайте волю забыть навеки о мне, о ее. О, Иван Иванович, о, как я рад! Откуда ты? Вот. Голубчик, у меня к тебе просьба. Одолжи до завтрашнего дня револьвера. Будь другом. А зачем тебе револьвер? Нужно брать, нужно. Дай-ка воды. Ночью придется ехать темным лесом. Так вот я на всякий случай. Одолжи, сделай милость. Ой, врешь, Иван Иванович. Какой там у лешего темный лес? Вероятно, задумал что-нибудь? По лицу вижу, что задумал что-то недоброе. Да что с тобой? Тебе дурно? Постой, дай дышаться. Во всем теле и в башке такое ощущение, как будто из меня шашлык. Сделай. Будь другом, ни о чем не спрашивай. Не вдавайся в подробности. Умоляю. Дай револьвер. Иван Иванович, что за малодушие? Стыдись! Отец семейства, статский советник. Да какой я отец семейства? Я мученик, я вьючная скотина, я раб, негр, подлец, который все еще чего-то ждет и не отправляет себя на тот свет. Идиот, зачем я живу? Для чего? Для чего? Ты мне скажи, для чего я живу? К чему этот непрерывный ряд нравственных и физических страданий? Ну, я понимаю, быть мучеником идеи. Но быть мучеником черт знает чего. Дамских юбок да ламповых шаров. Нет, довольно. Довольно! Тихо, тихо, тихо. Ты не кричи, соседям слышно. Пусть и соседи слышат, мне все равно. Тихо. Если ты не даешь револьвера, так мне другой даст. Тихо. А мне уж не быть в живых. Тихо. Это решено. Тихо, тихо, тихо. Ты мне чуть пуговицу не оторвал. Говори хладнокровно. Я все-таки не понимаю, чем же плоха твоя жизнь? Чем? И ты спрашиваешь, чем? Надо же жить. Ну хорошо. Я тебе расскажу. Выскажу перед тобой, и, может быть, на душе полегчает. Сядем? Сядем. Осторожно, ну, осторожно. Ну, возьмем. Возьмем для примера хоть сегодняшний день. Возьмем. Ну, возьмем. Ну, как ты знаешь, от 10 часов до 4 приходится трубить в канцелярии. Жарища, духота, мухи. И несосветимейший, братец ты мой, хаос. Секретарь отпуск взял. Храпов жениться поехал. Канцелярская мелюзга помешалась. На даче, хамурах и любительских спектаклях. Все заспанные, испитые, уморенные. Так что не добьешься никакого толку. Должность секретаря исполняет субъект. Глухой на левое ухо и влюбленный. Просители обалделые. Все куда-то спешат. Торопятся, грозятся. Такой кабардак со стихиями, что просто хоть караул кричи. А работа ведь аспидская, ведь одно и то же. Справка отношения. Справка отношения однообразна, как зыбь морская. Просто глаза вон из-под лба лезут. Дай-ка воды.
выходишь из присутствия. Разбитый, измочаленный. Тут бы обедать идти, да спать завалиться. А нет, помни, что ты дачник. То есть раб, дрянь, мочалка, сосулька. И изволь, как курицын сын, сейчас же бежать исполнять поручение. Да. На наших дачах установился милый обычай. Если дачник едет в город, то не говоря уже о супруге, нет, всякая дачная мразь имеет власть и право навязать ему тьму поручений. Супруга требует, чтобы я заехал к модистке и выбронил ее за то, что лиф вышел широк, широк, а в плечах узко. Сонечке нужно купить башмаки, свояченицы, пунцового шелку по образчику на 20 копеек и 3 аршина тесьмы. Да постой, я тебе сейчас все прочту. Я тебе сейчас все прочту. Я тебе прочту. Я тебе прочту. Шар для лампы, 1 фунт ветчинной колбасы, гвоздики. Гвоздики. Гвоздики и корица на 5 копеек. Касторового масла для Миши, 10 фунтов сахарного песку, взять из дому медный таз и ступку для сахара, персидского порошку, карболовой кислоты, пудры на 10 копеек, 20 бутылок пива, уксусные эссенции и корсет для мадемуазель Шансо, номер 82. И взять из дому Мишина осеннее пальто и калоши. Это приказ супруги и семейства. Теперь поручение милых знакомых и соседей, черт бы их драл. У Власиных завтра именинник, Володя. Ему нужно купить велосипед. Подполковница Вихрина в интересном положении. И по этому случаю я должен ежедневно заезжать к акушерке и просить ее приехать. 5 записок у меня в кармане. И весь платок в узелках. Это к батенька в промежутке между службой и поездом. Бегаешь по городу, как собака, высунув язык. Из магазина в аптеку, из аптеки к модистке, от модистки в колбасную, а там опять в аптеку. Тут спотыкнешься, там деньги потеряешь, в третьем месяце уплатить забудешь, и за тобой угонятся со скандалом. В 4-м месте там и на шлейф наступишь. От такого мациона так осатанеешь, что потом всю ночь кости трещат и крокодилы снятся. Ну-с, поручения исполнены. Все куплено. Теперь как прикажешь упаковать всю эту музыку? Ну как ты, например, уложишь вместе тяжелую медную ступку и толкач с ламповым шаром? Как ты соединишь воедино пивные бутылки и этот велосипед? Это египетская работа. Это задача для ума. Это ребус. Как ни старайся, как ни хитрее, все равно в конце концов что-нибудь расколотишь или рассыплешь. А на вокзале и в поезде тронется поезд, в вагоне будешь стоять, растопыривши руки, раскорячившись и поддерживая подбородком какой-нибудь узел. Весь в кульках, в картонках и прочей дряни. Публика начнет швырять во все стороны твой багаж. Своими вещами ты чужие места занял. А я что поделаю? Стою и глазами только лупаю, как побитый осел. Слушай дальше. Приезжаю я к себе на дачу. Ну тут выпить бы хорошенько от трудов праведных, поесть. До Храповицкого, а? Не тут-то было. Моя супружница давно стережет. Едва ты похлебал супу, как она цап цара праба Божьего. И не угодно ли вам пожаловать на какой-нибудь любительский спектакль? Или на танцевальный круг? Протестовать не моги. Ты муж. А слово муж в переводе на дачный язык
значит, бессловесное животное, на котором можно ездить и возить клади сколько угодно, не боясь вмешательства общества покровительства животных. И вот идешь, таращишь глаза на скандал в благородном семействе, а на кругу глядит танцы и подыскивает для супруги кавалеров. Не достает кавалеров, изволь сам танцевать кадриль. Вернешься после полуночи, а ты не человека, дохлятина хоть брось. Ну вот, наконец, ты достиг целей, расположился и лег в постель. Отлично, закрывай глаза и спи. Все так хорошо, поэтично и тепло. Ну, понимаешь ли, ребята за стеной не визжат, супруги нет, совесть чиста, лучше и не надо. Засыпаешь ты, и вдруг слышишь... Комары! Комары! Будь они трижды анафемы прокляты! Комары, это казнь египетская. Это инквизиция. Жизюк, это так жалобно, печально. Точно прощения просит. Но так тебя, подлец, укусит, что потом целый час чешешься. Ты и куришь, и бьешь, и с головой укрываешься. Нет спасения. Наконец плюнешь и отдашь себе на растерзание. Жрите, проклятые! Но не успеешь привыкнуть к комарам, как новая казнь египетская. В зале супруга начинает со своими тенорами романсы разучивать. Днем спят, а по ночам к любительским концертам готовятся. Ну, тенора — это такое мучение, что никакие комары не сравнятся. Не говори, что молодость губила. Я вновь перед тобой стою один. Иван Иванович, ну... О, подлые! Всю душу вытянули. Ты понимаешь, чтоб их хоть немного заглушить, я на такой фокус пускаюсь. Я стучу себе пальцем по виску около уха. Это стучу часов до 4 утра, пока не разойдутся. О, не могу больше, дай-ка воды. Этак встанешь в 6 и марш на станцию к поезду. А там грязь, туман, холод. Так-то, брат, жизнь, доложу я тебе, преподлая, и врагу такой жизни не пожелаю. Заболел, одышка, изжога, вечно чего-то боюсь, желудок не варит, нет, в глазах мутно, веришь ли, психопатом стало. Только это между нами. Находит на меня, братец, какая-то чертовщина. Это к минуты досады и обалдения, когда комары кусают или тенора поют. Вдруг как-то в глазах помутится. Вдруг вскочишь, бегаешь, как угорелый по всему дому, и кричишь. Крови жажду. Крови. Крови. И действительно, в эти минуты хочется кого-нибудь... ножом пырнуть или стулом по голове трахнуть. До чего дачная жизнь доводит, и никто не понимает, не сочувствует, как будто бы так и надо. Даже смеются, ну пойми, ведь я же животное. Я жить хоть хочу. Это не Вудевиль, а трагедия. Послушай,
Если не даешь револьвера, так хоть посочувствуй. Я сочувствую. А, знаем, как вы сочувствуете. Прощай. Прощай. Поеду за кильками, за колбасой. Зубного порошку еще надо купить, а там на вокзал. Ты где же на даче-то живешь? А, на дохлой речке. Да что ты? Послушай, а ты не знаешь ли там дачницу Ольгу Павловну Финберг, а? О, знаю. Знаком даже. Да что ты? О, ведь вот какой случай, какое совпадение, как это мило с твоей стороны, голубчик, дорогой, послушай. Не исполнишь ли ты одну маленькую просьбу, а? Ну, будь другом, ну, дай честное слово, что исполнишь, а? Голубчик, не в службу, а в дружбу, дорогой, умоляю. Во-первых, поклонись Ольге Павловне и скажи ей, что я жив и здоров. Целую ей ручку. А во-вторых, свези ей одну вещичку. Что такое? Она просила меня купить ей ручную швейную машину, а доставить ей некому. Свези, а? Свези, милый. И заодно, кстати, вот эту вот клетку с канарейкой. Что такое? Только осторожно, а то дверца сломается. Та-ра-ра-ра-ра-ти-ра-ра-ра. Ра-ра-ра-ра. Ну что ты? Что ты на меня так смотришь, а? Швейная машина. Канарейка с клеткой. Чижики, зоблики. Иван Иванович, да что с тобой? Ты что, побагровел? Давай сюда машинку. Где клетка? Садись сам верхом. Я с человека терзаю, добиваю его. Крови жажду. Крови. Ты с ума сошел? Крови! Он с ума сошел. Марья, люди, Петрушка, спасите! Марья! Кровь!